Всем привет, с вами я, Ася, и сегодня мы опять снимаем распаковку шоколадных с сюрпризом. Сегодня я упаковала их вот в такой пакетик. Этот пакетик я купила в ленте, точнее, мне мама его купила. Это пакетик со смурфиками. Там раньше в ленте была акция на смурфики и на смурфиков, и не обращайте, пожалуйста, внимания на мои шикарные руки. Если кто не понял, то это кавычки, и вот на это, потому что это как напоминалка. А вот это я красила яйца, так как завтра 12 апреля и завтра Пасха, я решила покрасить яйца и нечаянно забыла, что надо одевать перчатки в таких случаях. Поэтому у меня получилось что-то вот такое вот. Вот это замазка, ручка, господи, пришла со школы. Причем я отмывала руки, у меня была вообще вот так вот вся синяя рука. Я ее мыла и фейри, и потом жидкостью снятия лака терла. Ничего. Ну вот. Ну, она потом все равно ототрется. Так, все-таки перейдем к основной теме видео. Вот такой пакетик с сюрпризом смурфики лента. Очень классный пакетик, беленький, тканевый. И вот тут нарисован такой смурфик. Домик смурфика и сам смурфик. И давайте откроем. Итак, начнем сверху. Первое, что нас тут ждет, это вот такой шоколадный шар чупа-чупс. Это шар Маша и Медведь художники. Вот, Маша и Медведь. Милк шоколад. Молочный шоколад. Чупа-чупс. Вот такой вот. И давайте откроем. Я не хочу рвать, поэтому я буду открывать аккуратно. Так, капсула, и тут у нас тра-та-та. Тра-та-та-там. И тут у нас та-та-там. Машенька. У нас тут вот такая Маша. Не хочет фокусировать. Вот. Вот такая Маша. У нее яблоко. Яблоко выполнено очень натурально. Создается реальное ощущение, что как бы яблоко покусали. Вот так обгрызли, и само яблоко плюс такого рисунка. Очень красивое яблоко. Господи, шоколад подтаявший. Ладно. Сама Маша вот в таком красном пальтишке. Написано «Маша и Медведь, 2008 год». Это как бы год создания мультика «Маша и Медведь». Зеленые глазки, такая челочка, беретик. Такая очень красивая Маша. Все выполнено очень оригинально. И сейчас покажу вам вкладыш. Ну, мне положили два вкладыша. Да. Ладно. Покажу один. Ну вот, такой вкладыш. Вот моя Маша. Так. Следующее яйцо. И это вот такое яйцо фиксики. Опять-таки чупа-чупс, белый шоколад. Тут нарисованы фиксики. Написано фиксики. И давайте откроем. Так, и тут у нас... Это новый смурф! Ой, какой смурф? Фиксик! Это дедус! Вот такой вот дедус. У него такая шляпка. Сам он желтенький, у него оранжевая борода, глаза карего цвета, красный плащ, ножки красные и коричневые перчатки. Достаточно классный, хорошо прокрашенный дедус. И вот вкладыш. У меня есть Верта, Нолик и Дедус. Так. Кстати, заметьте, в Маше и Медведе вот такие капсулы, а вот в этом вот такие. Так, дальше. Вот такое яйцо опять Маша и Медведь.
Так. Так. Давайте откроем. Ура! Новая Маша. Это та Маша, которую я больше всего хотела. Это вот такая вот Маша с черными усами, зелеными глазами, кисточкой в руке. Вся Маша измазана в краске, и ее беретик, и ее пальто. У Маши вот такой платочек. Тут написано «Маша и Медведь 2008», белый шарфик. Сама Маша достаточно красивая, вот. Соотношение размера Маш. Очень красивая Маша. И вкладыш такой же, так что я думаю, даже нет смысла его показывать, но все равно покажу. Вот. И последнее яйцо, которое осталось у меня, это тра-та-та-там! Свинка Пеппа. Меня просили распаковать шоколадный шар Свинка Пеппа, но он появился, ну, я его увидела в ленте только вчера, и вот сегодня мы его купили. Просто они достаточно дорогие. Вот такой шар шоколадный в ленте стоит 43 рубля. А вот такие вот, которые Маша и Медведь и Фиксики, сейчас в магазине «Семья» на распродаже 33 рубля. Разница 10 рублей, это достаточно глобальная разница. Вот, такой шоколадный шар Чупа-Чупс, молочный шоколад, милк-шоколад, Пеппа, нарисована сама Пеппа, брат Пеппы, сама Пеппа, это мама Пеппы, по-моему. Может и нет. Китти, Пеппа, короче, много всего. Я специально перед тем, как снимать видео, посмотрела мультик, чтобы знать имена. Ну, я все равно их не знаю, ладно. И тут у нас... О, господи, какой он растаявший. Тут у нас... Тра-та-та-там. Мама. Да, мама? Мама! Да, тут у нас мама. Мне почему-то так показалось, потому что она достаточно тяжелая, и плюс в обзорах, которые я смотрела на эти яйца, больше всего повторов было на маму. Окей, мне не вставить. Так, сейчас вставлю за кадром. Вот такая вот мама Пеппы. Господи, за маска. Ладно. У мамы Пеппы вот такие глазки, щечки, ротик. Вот такое красивое достаточно платьице. Вот тут вот хвостик-завиточек, черные туфельки и подставочка. Итак, всем пока, с вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите положительные комментарии внизу, пишите, на что вы хотите распаковку. Всем пока, с вами была Ася.